Вот еще в детском садике я знала, что никогда не буду работать с 8 до 5. А мама у меня товаровед. То есть это листики, бумаги, папки, работа ручкой с калькулятором. Тогда не было сотовых телефонов, они это на костяшках считали. И вот я приходила к маме на работу и говорила: у меня профессия такой нудной не будет. Мама, конечно, огорчалась, но что делать? А когда пришло время выбрать профессию, она говорит: ну, фотограф это не профессия, и я училась на медика, но болела много, поэтому, конечно, медицина была важна. Но потом мама извинилась за то, что, так сказать, меня ограничила в выборе. Я отучилась на режиссера фото-видеостудии, вот теперь мы с вами изучаем экранное искусство, учимся фотографировать, снимать кино, писать.